папа носит воду, дети с дивана смотрят. Почему-то воду папе носить не помогают, а шкаф мне разбирать помогают только в поле. Да? Как там погодка за бортом? Жуть. Погода жуть. Скажи, что у нас с дорогой? Что у нас с дорогой? По всей видимости, с Алексеем у нас не получится, потому что он в пятницу только сможет приехать. И решили не ждать, потому что уже и СМИ начали всякую ерунду писать про нас. Да. И нашли водителей местных читинских ребят, которые были, ну, на резерве. И вот сейчас они к нам вот-вот должны подъехать, посмотреть прицеп. Они сказали, что вообще нам пофигу, мы готовы. Масштаб трагедии посмотреть. Погода у нас ужас, дождь со снегом, штормовое ветер, завтра. Все горы в снегу, сейчас ехал, все горы в снегу. Ну, так что в любом случае, ребят, я надеюсь, что мы все-таки, конечно, уедем завтра к вечеру. Так что ура! То есть не десантируйся, сейчас будем есть. Ну вот, прыгать мы умеем тоже. Закавказский, Балийский, Суматранский, Китайский, Южный Китайский, Южный Китайский, Бенгальский. А ты что застеснялся? Садись на диван. Неделю как страдался ты? Яванский. Яванский, да. Туранский вымер, тигр. А это амурский? Нет, это гибридный, это помесь. Это помесь бенгальский, а амурско-бенгальский. Какой тигр самый крупный? Бенгальский и амурский. Амурский. Амурский самый крупный тигр. Бенгалы тоже крупные. У них самцы очень крупные бывают. Такой темный полосатый полосатый. И тигр где занесены у нас? Красную клетку. А какие вымерли-то? Вымерли-то какие? Закавказский, Балийский и... Туранский. Туранский. А туранский, по-моему, язык кавказский, да? А сколько? Присели тигрята. Четыре тигра. Не-не, мне четырех не надо. Это была причина, почему я не смог пройти мимо вашего профиля, на самом деле. Да. Потому что у нас очень много сообщений, времени у нас совсем нету. И я смотрю, скинули, и смотрю, у вас год назад выложено «День тигра». Канал же на ютубе у нас называется «День тигра», который мы ведем. И я так говорю, нет, мимо этого сообщения я не могу пройти мимо. Не, мечты должны сбываться в любом случае. А он рядом с тобой, спать лег. Ну, в неволе сколько живут тигры? 25 дней. Ну, нет. 26 же рекордсмен. А, нет, точно. 5 лет, все. А бенгальский тигр в воле 15 лет. Не, 15 очень редко. 15 это уже тигр-тихон, реконсмер. Реконсмер на амурский тигр, средний 14 лет. 10-12 вот в этом диапазоне. Это такие вот хорошие, которые хорошо пожили. Смотри, рядом с ним спать улеглись. Они скажут, это наш родственник. Признали родственника. Тихо-тихо, не будь тихо. Иди сразу, сюда. Сразу все. Садись, сюда вон погладь. Вот этот сидит неглаженный вообще. Это мальчик и девочка, да? Да. Справа девочка, вот этот мальчик. А мальчик? Вот мальчик. Мальчик вот Infiniti, а это Tesla девочка. Скажи, ну привет, тигр. А вы из города, да, приехали? В центр живете? Мы в Сосновом Бору, почти конец, другой конец города. Да. Скажи, привет, тигр. Понятно. Какие еще особенности у тигра? Особенности? У него 10, наверное, полос на хвосте и 100 полос вообще на всем теле. А еще какая-нибудь особенность?
и полоски, где еще? А, еще у них отражаются рисунок полосок, также на коже тигра. Все верно, да, если тигр будет лысый, он будет также в полосках. Вообще, по количеству полосок, они все у каждого индивидуальные. Как отпечатки пальцев у людей, да, рисунок у всех разный. Ой, у них нет такого определенного количества? А у нее, да. Вот у нее, как да. У нее у мамы правая рука без полос, а у нее обе руки без полос. Все полосы на руки он себе забрал. У него вообще руки очень полосатые. Два раза больше полос. Mm. Поэтому такого прям числа, сколько полос особо нету. А у нее вообще полос нет на руках. Посчитай. Чем тигр питается? Да пускай считай.